Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Собакам, как и людям, нужно уметь расслабляться. Но что делать, если лающий друг трудно успокаивается? В этом видео мы расскажем вам, как научить собаку расслабляться. Стресс для собак такая же серьезная проблема, как и для людей. Постоянное напряжение плохо влияет на нервную систему лающего друга. Особенно важно уметь снимать напряжение рабочим собакам, щенкам и тревожным питомцам. Однако многие животные не умеют расслабляться. Как научить собаку успокаиваться и быть в расслабленном состоянии? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Закройте базовые потребности собаки. Таков первый совет. Питомец должен чувствовать себя в безопасности, чтобы расслабиться. Проследите, чтобы у вашего лающего друга было спокойное место в доме, где он не будет слышать шум и сможет отдохнуть. Не забывайте давать собаке необходимые ей физические и умственные нагрузки. Питомец должен устать, чтобы расслабиться. Также следите за правильным питанием и здоровьем лающего друга, если собака чувствует боль и будет трудно успокоиться. Дайте собаке почувствовать себя в безопасности. Регулярно проводите время со своим питомцем, уделяйте ему внимание. Так животное будет чувствовать себя расслабленно. Также выясните, что нравится, не нравится вашей собаке. Возможно, питомец не может успокоиться, потому что вы делаете то, что ему неприятно. Например, многим лающим не нравится, когда их гладят по голове. Дело в том, что движение рукой над головой и глазами животного на собачьем языке означает угрозу. Используйте специальные техники расслабления для собак. Питомца можно научить расслабляться с помощью специальной тренировки. Для этого купите коврик для тренировок, который у животного будет ассоциироваться с расслаблением. Во время дрессировки избегайте зрительного контакта с питомцем и давайте ему лакомство только когда он расслабляется. Лучше проводить такие тренировки после прогулки или игр, когда собака будет немного уставшей. Так будет меньше вероятность срыва питомца. Еще одна расслабляющая техника – массаж. Однако обратите внимание, что массаж питомцу лучше не делать самостоятельно. Лучше обратиться за консультацией к специалисту. Попробуйте расслабить собаку с помощью специальных приспособлений. Для этого подойдут такие игрушки, как долгоиграющая игрушка-кормушка или нюхательный коврик. Также можно поиграть с питомцем в игру «Поиск лакомства по квартире». Это поможет лающему другу отвлечься и как следует отдохнуть. Теперь вы знаете, как научить собаку расслабляться. Следуйте перечисленным советам, и тогда ваш лающий друг будет быстрее успокаиваться. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!